Привет, первые герои! Спасибо! Спасибо! Мы на фестиваль любительный. Большую Линку. Серьезно, такие смелые. А дождя не боитесь? Нет, не боимся. Ну, счастливо. До встречи на фестивале. До встречи. Сирая ночь, окутана туманом. Ну что с того, что голос на умолк? Где колокола, где юноша? И пьяны не отпускают вдохновение в долг. 2 часа здесь был, ничего не сделал. Стол проворонил. Он на самом деле забыл. Собирался часа полтора. Значит, завтра футбол есть, поедем. Значит, это узнаем. А, они тоже приедут? Ну, Дима говорил, приедут. Их будем сюда селить, гостевые отдельно. Что, португалец? Приехал? Николай! Хватит! Николай, да ты тоже на фестиваль, что ли, а? Чудо в тере. Никого вообще не было. Будем? Я тебя не вижу, покушайте суп. Нам надо съедать. Суп это очень ценно. Значит, Камень, насколько я понял, вы самые первые проходцы, самые первые жители этой деревни, да? У меня нет, ты спешил, у тебя не последний. А что вы тут делали в первые дни? Сегодня, вчера? Мы вчера приехали только, ну как, обосновались, лагерь поставили. Помогали тут сцену ставить и все прочие удобства. Молодцы. Перекресток, как всегда, впереди. Конечно, стараемся. Судьба так. На хозяина поговорить. Я говорю, встаньте сзади, а то у вас нет. Да не надо, не надо ничего выставлять, это же не фотография. Но, им же хочется. Ну и все они будут, чего вы переживаете? У меня, Павлы. Маша, иди. Он дядь, да, там снимает. Потому что это Слушайте, уберите компромат. Смотрите, боже, он ты их снимешь во фраке, черт возьми. Но теперь вообще почти что в неглижах. Оля, ты ставил когда-нибудь такие палатки? Здравствуй, брат. Встреч на Эльбе. Как дела-то? Нас снимать не надо, пожалуйста. Мы лучше выпьем просто. Ну, если попросите, да и прокатаемся. У нас кот в таких коллекциях уже, где только мы его не пели. Понимаю, что достал уже. Ну все, вперед. Вперед. А что ты как разговариваешь, как татарчик из Казани? Здравствуйте. О, круто, круто. Я вот этим местом можно? Еще разок, можно? Ой, я еще вам носки не показывала. Прошу прощения, без вашего разрешения нажимаю на кнопку. Как всегда. Как всегда. Ну, и наезд. Успехи. Наезд, хорошо, успехи. Когда замечательно. Сюда заехали? Сегодня, вот сегодня? Недавно совсем. Да. Ага. Работа есть? Вот, обустраиваемся пока. Молодцы. Начинаем жить. Маша, это дело не завязанное. Очень хорошо. Смотри, какой. О! Это же дядя Коля приехал. Снимай, да. Смотри, хитрец, смотри.
синяя ночь на балконе, этот синий огонь из огромной горелки вырвался на небосклоне. Мы сейчас ни о чем не мечтаем, просто слушаем синее пение, чтобы вспомнить, как берег морской обитаем, когда в синее канем забвенье. Вспомнить горы и волны их синие скулы, под луной одинокой янтарной. Любовь — это синие-синие гулы памяти благодарной. Любовь — это синие-синие гулы памяти благодарной. О, как... Привет. Тысячи лет не виделись уже. Поверх проводов, что ли, натягивают? Зеленый. Это... Слушай, а может, Коля, есть к тебе одна просьба. Останови. Нет, скажи, там камера. Нет, камера... Давай, давай. Дядя Коля. Смотри, это вдвоем правда. Руслан, мое здесь. Вот он там все подтягивает, надо приподнять борт. Что это такое? Упка. Откуда это? Еще две фотографии требуются. У кого они? У Бекчентаева. Бекчентаев, как всегда, зажал. Нет, не зажал, просто я передал. В жилетке. Угу. Подожди, подожди, не спеши, не спеши, не спеши. Кемыч, пошел, 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 Кемыч. Подожди, Кать, стой пока там. Гульнар, подожди. Отдохни немножко. Торопись, аккуратненько. Там страховка или без? Без.
Че? Знаю. Внимание всех владельцев личного автотранспорта. Большая просьба. Все машины в течение ближайших 30 минут убрать с поляны наверх на охраняемую автостоянку. Большая просьба. Дайте мне это. Брено, брено пройдет, что ли? Пройдет. На кошку встань. Стой, брено, брено возьми. Теперь можешь... Так, давай мне. Это тебе два брена. Анатолий Геннадьевич. Опа. Тихо. Бегом к тебе. Хотела лечь, да, тут отъезжает. Иди сюда. Ты на бревно вставал, когда я шел? А, нет. Когда шел? Никогда. Когда шел. Вот там я был. Одной ногой стоял на бревне, другой на веревке уже стоял. Ну какой? Вот тут, вот это бревно.
Вы когда пошли, я начал шел. Вы когда на веревках были, я пошел. Ну я тут просто говорю, на веревку встал и крикнул, пошел. Я что, я тебе разбудил? Смотри, Валер, вот. Валер, ты говоришь, что ты крикнул. А он то сделать смог, ведь он же ногу мог поставить. Валер, ты послушай. Он вот здесь на берёзке стоял. Я же верю, что ты мог, что ты крикнул. Я видел, что ты крикнул, когда встал. Ты эту ногу стоишь на бревне, ты не берешь. Ёж. Даю привет. Там чупчик, я специально купила. Ну ладно. На той кровати. Я думаю, тебя возьмут, да. А это как называется? Юноморец? Две песни. Да. Подари маму, дай мне чупчик. Юноморец? Пошли. Музыка не песня. Чупчук заработал, пошли. Привет, Морозов. Рад тебя видеть. Чупчук обещали. Ну все, за чупчук, она что хочешь поет. Ладно, потом. Мы вон там, приходи. Ты это... Ну ладно, потом. Еще раз, большая просьба, садись в машину наверх, на плащ мы охраняем устоим. Покажите с нами, мы с вами. Желающие прослушиваться, садись в машину наверх. Ай, мак, ре, мала, жиня, де, квадро, ре, мала.
Ну и что, просто хотите, все. Нет, я... Вот и есть. Так, так. У кого можно? Видеокассеты есть? А, вот можно. Потом можно будет и нас что-то монтируют. Там будет. Так, все, застыли улыбочками. Ну а что же вы не зарядили? 250 уже не пойдет. Ой, Вась, привет! Ой, Аллочка, привет! Как рот открываем? Ну, поехали. Вот, рот открываем. А что-то у вас крыши над головой нет. Где живем? Сейчас будет. Так вы еще даже не поставили домика, а сейчас уже будет. Кушаете. Конечно, в первую очередь кушаем. Сначала покушать, потом домик. Мы кушаем, кушаем, не болтаем, а кушаем. Просился на лазероллерах, ты что? Когда это? Не видел, что ли? В среду. Нет, в среду? Да. На лыжероллерах я спустился, Я бы так и жил. Валерочка! Мы тебя возьмем. Вы мои хорошие. С собой. Вы мои хорошие. У меня вас... Да, Сережа, какой у вас кайф от этого? Нечеловеческий. Что-то вы не так идете, маэстро. Одному Господу ведомо, кто так, а кто не так ходит в жизни этой. Ух ты, какой философ! Жизнь коротка, хлебни пивка. Ну ты кровопивец. Я понял, что ты хотел на меня наехать, но потом не рискнул сломать камеру. Все-таки да, хорошо, да. Что ваше творческое наследие более-менее записано. Без таких упражнений. Может... Сейчас, если хочешь, завтра целый день. Да. Ну как, они... Нет, они на сегодня. Где папа?
Конкурсная работа, еще один номер. Да, кстати, вот пока эти люди поднимаются на сцену, я просил...